Простите, а вы тоже сюда? Угу. Тоже пластическую операцию будете делать? Угу. А какую, если не секрет? Угу. Я ничего не слышу. Какую? Угу. А у меня наоборот. У меня ушки очень короткие. Вот такие вот. Масипусенькие, вот такусенькие ушки. Вот такусечки. Да. Да, у меня такие уши маленькие. Вот так вот. Мне даже вот доктор, он мне очки прописал. Так ушки, ну, вот ушки с ушек соскальзывали. Ушки, да. Да. И мне мама взяла и прилепила их пластырем. И все равно они не держатся. И тогда мы с папой взяли вот такую вот штуку, придумали. Вот так очки. Классно? Да. Смотри, здорово, да? Я хочу, чтобы большие были ушки. Ну, нормальные большие. Вот так вот. Иванов, а. Че, тоже Иванов? Ну да. Классно, и я Иванов. Сейчас, подожди. А какой Иванов-то? Которому уши нужны. Ну, я пошел. Ну, не ухо, не рыло, давай. Кого ни ухо, ни рыло? Ни пуха, ни пера, надо говорить. Скажи, ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера. Надо тебе с языком что-то делать. А что я пуха, не? А что? Ты давай. Ну, иди сам, ты черту. Спасибо, люди добрые, спасибо, доктор, сестричка, спасибо вам за рученьки ваши золотые. Дай бог здоровьечка, от мамы с папой вам спасибо. Низкий поклон земной, спасибо, родные. Смотри, на, смотри, какие мне усики сделали, а? Смотри, какие, а? Смотри, какое усечко, длинненькое, такое красивое, большое, мягенькие усики такие. А только интересно, а из чего они их сделали?